А больше никого? Я не знаю, кто это. А я не знаю, кто это. А кто это? Отсталый человек, телек не смотрит. Ну кто это? Ну, для меня это хуйло. Ты знаешь, что такое телевизор? Кто это? Ну это хуйло. А кто это? Хуйло. Кто это, блин? Хуйло! Я не понимаю, кто это, блин. Ну это такой человек нехороший. Тебе напишу. Не, я таких не знаю. Не, он вроде трезвый, вроде пьяный. Он накуренный. Ну блин, вы не прикалываетесь, вы меня связали. Он подспал. Вы меня обвиняете в чём? Вы меня связали, нехер было сюда в Харьков ехать. Я должен что-то вам плечу. Ты сделала потому тебя в кукуёвке. Ты в кукуёвке сидела и не вылазила. А что это? Милиция тебя проверит и отпустит. И да блин, пусть быстрее бы приехал, я уже замерз. Да? Мне ж жопа. Ты где ты живешь? Он харьковский. Мне кажется, он где-то в Катапляндии. Да, я из Катапляндии. А где именно живешь? В Московский район. А где как улица? Улица, дом не надо. Просто Тимуровцы. А, это недалеко. Мы знаем. Отвезете? А? Отвезете? Куда, в Тимуровцы? Милиция отвезет. Не в Тимуровцев, а на улицу в Тимуровцев. Милиция отвезет тебя куда угодно. Хочешь на Тимуровцев, хочешь куда-то. Пацаны, адекватные есть, не? Да тут все адекватные. Два патруля уже едет, не переживай. Эу, пацаны! Ничего, наши ребята по три часа в аэропорту. Пацаны, адекватные есть, не? Не, ну что это, я замерзну. Здесь засуда, ну что? Ну будешь евнухом, господи, замерзнешь. Не, ну я хочу быть таким, как ты. Давай, да нет, таким, как я, не надо. Ну что ты мне желаешь? О, он уже приходит в себя. Смотри, что-то начинает соображать. Шокол, это вот горячий сила. А что вы меня держите здесь, а? Не знаю, что ты здесь из рюкзака. Он шел с рюкзаком туда. А кто знает? Значит, заложил рычаг из рюкзака. Ну, на пиздец. А кто меня, кто знает, что... Подымай, давай. А кто знает, кто меня держит, да? Скажите. Слушайте, какие гуманные бандеровцы. Да. Кстати, да, ребята, что-то мы на каратель не похожи совсем. Как-то его даже... А где мои вещи? О, положи, пожалуйста. Где твои вещи? Скажи, где? Я не знаю, вот, это мое? Еще. Шапка у меня на голове, да? Спасибо. Надо было потихоньку подвести на речку, под лед. Блин, ну в натуре, ну что вы? Я мимо шел, ну что вы исполняете, блин, а? Ну вы...